с чего начинать? Я приехал на семинары. Да. И я приехал учиться. Театральную школу? Театральную школу, да. Год назад? Год назад. А я приехала с семьей отдыхать сюда. Да, и получилось так, что мы познакомились с этим человеком. И, кстати, сидели именно на вот этой лавочке ровно 5 часов. Мы разговаривали, а в итоге мы поцеловались. Такая короткая, но очень-очень жизненная история. Теперь мы поженились. Теперь мы поженились, кстати, да. И будем приезжать сюда еще. Так что, ребята, совет на будущее. Когда вы приедете в гостиницу «Мираж», вы должны присесть именно на эту скамейку, и тогда вы найдете уж точно свою любовь. Гарантирую. Проверено. Все? Все?